Всем привет! Может быть, моя информация будет полезна тем, кто только начинает заниматься творчеством на YouTube и не знает, как загрузить свое видео на данный канал видеохостинг YouTube. У меня есть, кстати, небольшое видео, где я поясняю, как зарегистрироваться на YouTube и оставлять свои комментарии. Для чего необходимо посмотреть предыдущее видео, как зарегистрироваться на YouTube, так как без регистрации на данном сервисе вы не сможете загружать на него свое творчество, свои видеоролики. Но, допустим, вы прошли, зарегистрировались на YouTube, в данном случае у вас может появиться, как у меня, следующее окно с различной информацией, вкладками, здесь какими-то видео. Неважно. Хочу также отметить, что данный вид, он со временем может измениться. Так как YouTube, может быть, раз в год, может быть, чаще осуществляет изменения своего содержания. Поэтому данная информация актуальна на сегодняшний момент времени. Тем не менее, всегда будет соответствующая вкладка, которая дает вам возможность загрузить видео. В данном случае она называется «Добавить видео». Вы нажимаете «Добавить». Имеются здесь определенные возможности: запись с веб-камеры, слайд-шоу, видеоредактор. Но я остановлюсь на том варианте, когда у вас видео уже имеется на вашем компьютере, оно вами отредактировано в каких-то внешних источниках, и вы его только желаете загрузить. Поэтому вы можете в данном случае прямо нажимать на данную кнопочку, вкладочку. Появляется следующее меню моего рабочего стола. Я здесь хочу найти то видео, которое на рабочем столе, я полагаю, возможно загрузить на YouTube. Оно называется KISA 0001. Нажимаю «Открыть». Идет загрузка. Мы видим, что загрузка осуществляется. Но мы здесь уже можем работать. Изменить название видео. Не обязательно ждать конца загрузки. Назовем KISA. Нет. Да. Назовем KISA. Мы ждем, когда загрузится видео, можем включить расширенные настройки и здесь сразу в данной вкладочке поменять. Допустим, вы не хотите, чтобы вас кто-то в комментариях под вашим видео выражался ваш адрес грубой нецензурной бранью и упоминал вашу маму. Вы поэтому можете здесь что-то убавить. Допустим, сначала после разрешить комментарии, но после того, как вы их одобрите. Либо убираете галочку, комментарий не будет виден. Так вы можете убрать галочку напротив вкладки «Пользователи могут просматривать рейтинг этого видео». Ну, это, знаете, когда под количеством просмотров есть возможность ставить лайки и дизлайки. Пожалуйста. Лицензия, право собственности, стандартная лицензия. Но вы здесь можете оставлять дальше по умолчанию. Также можете поставить и изменить здесь категорию вашего видео. Ну, у меня посвящено кейсе, поэтому я ставлю животные. Вот, в принципе, и все. Но здесь можно также поставить включить ограничения по возрасту. Если вы нажмете на вопрос, то вам должно здесь идти какие-то пояснения. Допустим, давайте мы введем, нажмем. Не позволяет несовершеннолетним пользователям смотреть это видео. Ну, вы ознакомьтесь с этими вопросами, что поясняет и означает данные вкладки. Здесь можно подробнее перейти и узнать информацию, что такое разрешить встраивание видео. Тем не менее, наше видео загрузилось. Основная информация. Теперь назвать можно теги. Теги, они свойственны и предназначены для того, чтобы ваше видео было возможно найти в поиске. Вы можете написать, допустим, кот, кошка, смешные,
кошки. Кошки дерутся. И так далее и тому подобное. То есть, кто будет набирать данные теги, и сама система YouTube по тегам сориентируется, и ваше видео будет как бы доступно тем, кто будет интересоваться, допустим, вопросом, как кошки дерутся. Но вы эти теги также можете подобные слова, чтобы нашли ваши видео потенциальные пользователи, вбивать в описание. И они, в принципе, я полагаю, также приравниваются к тегам в определенной части. Если у вас есть плейлист создан, то вы можете добавить в видео ваш плейлист. Вот, в принципе, и все. Вы нажимаете кнопку «Опубликовать видео». Сейчас загрузка и процедура вашего видео, она проходит в таком режиме, в таком формате. Еще раз говорю, пройдет время, и может быть указанное окно какие-то изменения претерпит. Расширенные настройки давайте разрешим оставлять комментарии. Пользователи могут просматривать рейтинг этого видео. Нажимаем «Опубликовать». Все, в принципе, наше видео опубликовано. Можно вернуться к редактированному данного видео. А можно его и просмотреть. Вот по данной ссылочке вы перейдете, и идет наше видео. Просмотров еще ноль. Здесь никто не поставил то, что наше видео нравится. Здесь никто не поставил то, что наше видео не нравится. Вот, в принципе, все. Наше видео доступно к просмотру, доступно к тому, чтобы потенциальные зрители насладились нашим видео. Всем привет, друзья!